Здорово, Займа. Маядзука как-то попивал свой любимый чай, и к нему пришел его ученик. Маядзука, чем жизнь отличается от существования? Сейчас объясню. Пожалуйста, принеси мне мой чайник и две чашки. Ученик принес ему то, что он просил. Теперь налей в обе чашки одинаковое количество чая, но в одну положи сахар, а в другую нет. Ученик сделал это, и Маядзука выпил обе чашки. Принеси еще один чайник и налей в него еще две чашки чая. Одну чашку сделай с холодным чаем, другую с горячим. Ученик сделал это, и Маядзука вновь выпил обе чашки. Принеси еще один чайник, налей еще две чашки чая. В одну положи клубнику, а в другую смородину. Ученик сделал это, и Маядзука опять выпил обе чашки. «Фу, нихуя я чая напился», — сказал Маядзука.